В Никеле на подростка напала собака. Мальчик позвонил маме, но та, растерявшись, не могла понять, где находится ребенок и как ему помочь. Она обратилась к случайно встреченному полицейскому, который нашел пострадавшего, отвез его в медучреждение, а после отыскал и владельца животного. Примерно в этом месте находились собаки, напавшие на детей. Здесь же группа подростков школьного возраста. Вот. Я выбежал из машины, отогнал собак туда за дом. Здесь же, осмотрев ребенка, я увидел, что у него на правой части лица укусы от собак, кровоточащие раны. Здесь же незамедлительно посадил свою машину и отвез в медучреждение для оказания медпомощи. Пока мы были у хирурга и на перевязке, он успел съездить, узнать о собаке, расспросил людей, нашел владельца собаки, что меня удивило, очень так быстро, как в кино прям. Я решила написать благодарность, так как абсолютно незнакомый мне полицейский откликнулся так быстро, помог.